Никто из нас не хотел бы оказаться в тюрьме. Сейчас многие тюрьмы в мире переполнены, а заключенные в них живут как животные. Однако есть и такие тюрьмы, где заключенными обращаются более чем достойно и у них практически роскошные условия жизни. Вот несколько таких примеров. Тюрьма Бастой в Норвегии. Это, возможно, одна из самых комфортабельных тюрем мира. Тюрьма находится на острове Бастой и вмещает 100 заключенных, живущих в деревянных коттеджах на пляже. Они проводят свое время, катаясь на лошадях, загорая на солнце, занимаясь рыбалкой и играя в теннис. В тюрьме есть несколько правил, которые заключенные должны соблюдать. Все они должны работать с 8:30 до 15:30, но могут выбрать, какой деятельностью заниматься, начиная с садоводства и ухода за лошадями, до работы в магазине ремонта велосипедов, мастерской, либо на местной ферме. На фото заключенный с бензопилой работает вместе с охраной в лесу. При этом они зарабатывают около $10 в день и могут тратить свой заработок на покупки в местных магазинах, чтобы приготовить себе завтрак и обед. На ужин в тюрьме предлагается разнообразное меню из свежих продуктов. Хотя всего 2,5 километра отделяет остров Бастой от материка и нигде нет заборов, попыток бегства практически не было. Центр правосудия Леобен в Австрии. Это не только одна из самых красивых тюрем, но и, возможно, одно из самых красивых зданий в мире. Тюрьма вмещает группы до 13 человек, которые свободно передвигаются между камерами и помещениями общего пользования. Каждый заключенный живет в довольно комфортабельной камере с ванной комнатой, небольшой кухней и балконом. Кроме спортивного и тренажерного зала, теннисных столиков, библиотеки и прочих удобств, здесь также дают музыкальные концерты. Тюрьма Пандок Бамбу в Индонезии. В Индонезии, если у вас толстый кошелек, вы можете скоротать срок не в захудалой камере, а практически в 4-звездочном отеле. Большинство заключенных живут в далеко не комфортных условиях, однако те, кто заплатил, могут отсиживать в комнатах с дизайнерской мебелью, холодильником, ванной комнатой, плоским телевизором и караоке. Тюрьма Аранхуэс в Испании. Есть множество разбитых семей, в которых один или оба родителей находятся в тюрьме. В испанской тюрьме Аранхуэс решают эту проблему. За стенами тюрьмы заключенные могут жить вместе со своей семьей, а дети имеют возможность поддерживать связь с родителями. В просторных семейных камерах на стенах можно увидеть диснеевских героев, есть детские кроватки, небольшая ванная комната и доступ к детским площадкам. Тюрьма Хальден в Норвегии. Тюрьма Хальден считается, возможно, самой гуманной тюрьмой в мире. Она расположена в сосновом лесу, а ее обитатели живут лучше, чем многие их соотечественники на свободе. Заключенные живут в просторных комнатах площадью 12 квадратных метров, оснащенных телевизорами, современной мебелью и душевой. В современной кухне они могут освоить кулинарные курсы. В культурном центре есть звукозаписывающая студия, библиотека, зимний сад, мастерские, комнаты для обучения и лаборатория. В камерах и других помещениях на стенах можно увидеть подлинные картины общей стоимостью в 1 миллион долларов. Здесь даже есть отдельный двуспальный домик, где заключенные могут провести время с семьей. Стоит заметить, что наказание здесь отбывают одни из самых опасных преступников в Норвегии. Однако начальник тюрьмы Хальден объяснил, что норвежская тюремная система фокусируется на правах человека и уважении. Кстати, после отсидки в норвежских тюрьмах меньше всего людей идут на повторное преступление, так что нашим правоохранительным органам есть над чем задуматься.